период созерцания на вершине мыса Фиолент. Ошеломляющая природа. Она такая, что никакими словами невозможно передать чувства, которые там испытываешь. Энергетика мощнейшая. Мыс Фиолент, конечно, потрясающе красивое место. Здесь вот именно ощущается мощь стихии, мощь моря, скал. И сегодня к тому же еще идет и дождь, ветер. То есть вот природа во всех своих проявлениях. 150 миллионов лет назад в этом месте извергался древний вулкан. В береговом обрыве можно рассмотреть потоки лавы и пласты туфа. У подножия скалы яшмовый пляж с разноцветными камнями. К нему ведет так называемая лестница здоровья, 800 ступеней. Чтобы оценить, насколько эти скалы высокие, нужно посмотреть вниз и посмотреть на людей. Различить там этих людей, которые больше похожи на муравьев. И тогда становится понятно, что эта скала просто очень-очень высокая. Это место окутано легендами и преданиями. Раньше скалу называли Партенинум, мыс Девы, и с ней связан древнегреческий миф об Ифигении, которую сюда унесла Артемида, чтобы Ифигения стала жрицей в храме Девы. Нынешнее название Фиолент некоторые исследователи переводят как «божественная земля». У самой пропасти на обрыве стоит мужской Свято-Георгиевский монастырь с историей, уходящей в древность. Он был основан в 891 году еще таврическими греками. Тогда их корабль настигла буря. Одна версия такая – ураган стих после молитв святому Георгию Победоносцу. Другая повествует вот что. Морякам явился святой Георгий, и из тонущего корабля они спаслись, а затем основали здесь обитель. Смотреть вниз очень-очень страшно. И сейчас на Фиоленте живут монахи, причем всю территорию они считают своей, как видно. Даже устроили пропускной режим. Например, въезд автомобилей только за деньги, ну точнее за пожертвования. А еще посетители просят вести себя с надлежащим благоговением. Но в окружении такой природы подобные рекомендации излишни. Тут испытываешь невероятный трепет. Стоишь на отвесной скале, а под ногами десятки метров пропасти и дальше море. Конечно, только благоговение. Ветер как раз попутный, чтобы лететь туда. Где-то совсем далеко пляж и крошечные люди. Не великие человеки, а лишь пылинки в контексте истории и времени. Одно дуновение, и все, следующая страница. Тогда как Фиолент и дальше будет восхищать своим величием, сохраняя тайны прошлого.